Всем привет! С вами канал Артмания. Смотрите, что я здесь делаю. Стаканчик такой набрала уже. И здесь, смотрите, у меня такие штучки. Здесь у меня гели для душа. Вот. По 10 миллилитров каждый. Каждый по 10 миллилитров, вот старенькие, остаются с этой жемчужной, вот эти вот, когда мы ездили в Сочи. Их такие, не люблю пробники. Я решила, сейчас сливаю стаканчик, тут у меня уже слитые, и потом перелью в тюбик. Здесь у меня вот тюбик есть такой, там я уже переливала какие-то, перелила уже где-то, вот видите, половина. И потом из этого тюбика, допустим, надо что-то постирать, там платочки, например, носовые с козюльками, да, надо постирать их или замочить в кипятке что-нибудь такое. Я добавляю вот этот вот гель, стираю в нем. Ну, это уже просроченный, что его выкидывать. Тут еще даже вон есть вон какие зелененькие. Прямо это в баночках. Баночки, наверное, можно даже оставить, может, предложить кому-нибудь надо. Остались уже вон там совсем. Я думала, сегодня не разберу их так много там. Но я стала по несколько штук. Три штуки беру, разрезаю и вот так туда опускаю. Сейчас попробую показать. Вот так вот. Беру три штуки. Потом вот так сюда сливаю. Вот и все. Осталось вам две штучки. И уже целый стакан почти. Там разный был, желтый, белый, темно-желтый, светло-желтый, разные. Вот такая вот экономия у меня. Смотрите, какие пузыри у нас. Бульк. На это можно вечно любоваться. Бульк. Бульк. Тебе нравится, Дим? Да. Бульк. А там пузырики. Бульк. Угу. А потом все слили. Она там капает. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Наполняется уже. Бульк. Сейчас последний хоп и свалится сюда. Все, нырк. Пузырик. А капает много. Здесь такой прям пузырь красивый. Сколько ныков. Угу. А я вот это сам положу. Ну вот смотрите, куда теперь я использую вот этот вот, который мы с вами перелили в большой тюбик, разные гели. Здесь у меня находятся тряпочки, которыми я вытираю стол. Стирать их в машинке я перестала, потому что они рвутся очень быстро. Гораздо проще мне использовать именно вот такие вот тряпочки. И все это я залью сейчас кипятком. И будет это все настаиваться. Потом еще раз, наверное, залью, и они будут чистить. Вот, и, соответственно, есть пенка. Вот так я использую его. Ну, также стираю какие-то еще и другие мелкие вещи, которые мне нужно постирать именно в тазу, чтобы не использовать порошок, чтобы как-то не тратить. А вот такое средство вполне себе очень хорошее. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Пишите, что вы стираете в тазиках. Кстати, вот еще больше пены стало. Прям хорошо так. 3-4 раза я там капнула, да? И сколько пены много.